Наряду с главой республики свой выбор сделали и другие крымчане. На полуострове открылись избирательные участки. На некоторых из них побывала наша коллега Кристина Сапрыкина. Ваш паспорт. Отворачивай. В ведущем вузе Крыма оборудовали избирательный участок. Он открылся в 16:00. Активность заметная. Одним из первых свой выбор сделал Александр Герцен. Декан исторического факультета показал пример своим студентам. У меня сомнений не было в принятии решений, потому что я уверен, что усиление Конституции вот этим положением позволит более серьезно относиться именно вот к этому великому делу охраны культурного наследия. Вот то, чем занимаемся мы, чему мы учим наших студентов. Всего в Крыму 1128 участков. Они будут работать 6 дней. Для крымских избирателей отпечатали более 1,5 миллиона бюллетеней. Но голосование пройдет по нестандартному сценарию. Есть новые правила. На участках избиратели получают все средства индивидуальной защиты. Одноразовые ручки, перчатки, маски. Руки обрабатывают антисептиком. Будьте повнимательны.